Так, друзья, опять подарки в студию, на этот раз Башкирия. Если кто-то думает, что там рай близкий к Крыму, то он ошибается. Тем не менее, я сам был в шоке. Молчал, молчал человек. Сам себе и вдруг присылает мне эту фотографию. Присылает 5 или 6 видеофильмов коротких. Так? Вот. Это я прямо с экрана делал фотографию. Вот. И вот еще. Читаю внимательно. Внимательно. Перси Хасанский выращен из косточек от железного ВК. Город Мелеуз, Башкирия, Галиев Раиль. Так, Раиль, ну лучше поздно, чем никогда. Вы попадете в мой почетный список. Вот, потому что до сих пор, и вы убедитесь в этом, друзья, до сих пор отношение к выращиванию из косточек неоднозначное. Вот. Так. Посмотрели. И я сейчас на секундочку вас, знаете, куда приглашаю. Вот сюда, сюда. Ага. Вот это мой канал. Вот это последние фотографии. Видите? Вот. Ну, я беру шире. Здесь немножко о здоровье. Я еще расскажу, как я спасался от смертельной астмы. Еще раз расскажу. Вот. И еще богатый опыт по принципу. А ну-ка я попробую довести себя до почти до конца, а потом оказывается, что организм-то по принципу получается, организм только разодорен, и для него это не такое страшное дело. Все, что я над собой издевался. Ну, это вот эти вот фильмы рекомендую. А вот это вот тот самый Башкирия. И я называю новую рубрику «Опыт моих учеников и друзей». Так, посмотрите потом сами. Возвращаюсь в нашу лекцию. Вот это вот он, Раиль. Вот. Знаете, как в одном из фильмов, вы увидите их потом отдельно. Так. Ну, невозможно все в одном вебинаре. В вебинарах невозможно все рассказать. Вот. Как с языком. Я уже жалуюсь вам. А знаете, как Раиль жаловался? 7-8 ведро уже боялся домой заносить. Да, Раиль? Куда девать, что с ними делать? Уже кажется, его родственники немножечко это заелись, да, вот так бывает. И все одно дерево из косточек. Поздравляю. Вот. Елена Егорова. Вы знаете, в основе моих вебинаров положены ваши письма. В меру сил пытаюсь пропагандировать ваши принципы садоводства. Распространяю. Иногда практически раздаю соседям. Саженцы по нашим ценам 1000 рублей даром. Вообще-то направо. Нет, есть уже, Ирина, последний пункт я вам показывал. Саженцы продают. Посмотришь на фотографию. Роскошь немеренная. Невиданная. Вот такие вот абрикосы все. Ну, из интернета надерганы, да? Вот. 110 рублей. Я уже так прикидывал. Уже даже не стакан водки дороже. Уже не бутылка, а стакан водки дороже. 110 рублей. Ну, что это такое? Вот. А здесь 1000. Ну, начало торговать саженцами. Ирина. Ну, торгуйте на здоровье. Лучше железовскими. Я так считаю. С инструкцией, чего делать нельзя. Вот за это вам особое спасибо. Я еще раз говорю. Мне нет... И среди вас, Ирина, среди моих учеников, друзей, у меня нет соперников. Почему? Даже если мы все вместе от Сахалина, там уже кое-чем торгуют, до Калининграда и там кое-что делают. Вот. Вот на всей этой гигантском просторе, почти пол планеты, да? Вот. Наших, то, что мы производим, это 0,000. 0,001%. Мы друг другу не соперники. Продолжайте, Ирина. Самое главное, что вы сделали, меня вот это подкупило. С инструкцией, что делать нельзя. Потому что мало того, что вы им качественный саженец продадите, так они же все равно угробят. Ну, будем дальше учиться.
Вот. И вас также, как Раиля, я вас также поздравляю. Вот. Идем дальше. Это все, что я могу сделать, чтобы труд наших учителей, ваш первый для меня очередь, не пропал. Вот. Главный козырь в этом собственный плодоносящий сад абрикосов и персиков. Пока впереди. Вы подарили мне эту мечту, и я обязательно сделаю. Вот. Пришли ваши черенки, получилось, снег заложило. Заложить снег одна из этих, из, так сказать, способов. Вот. Главное тут от мышей берегите. У нас особая ситуация. Сейчас оледенение резкое. Фото приложила. Посмотрим, как сеянцы и привитые саженцы это переживут. Весна покажет. Вместе с черенками и косточками персика. За них вам особая благодарность. По ссылке были ягоды, не поняла какие. Вот. Уважаемая Ирина, гражданка Егорова, вы забыли, когда-то вы мне попросили, сказать, а нет ли у вас этого? Ну, как бы наобум, нет ли у вас это самое, амурского бархата? Вот. Я сказал, есть. Вы забыли, я себе записал. Вот я вам выслал вот такие вот. И я вам выслал плодиками. У меня еще семечки. Вот, думаю, ну, может, немножко торганул, чуть-чуть, кушать-то хочется. Вот, а вам я выслал, почему? Если дошли нормально, они транспортабельные. Ну, подумайте, какую пользу взять. Из них делают настойки. Правда, для чего, ничего. У меня уже головы не хватает. Тут просто распухло. Я уже не знаю, для чего нужен этот амурский бархат, хотя кто-то закатывает глаза и говорит, амурский бархат! У вас амурский бархат! Вот так. Кстати, не у меня, а у Чернобаева. Вот. А я такой же этот самый посредник между ними и вами. Так, идем дальше. Ну, и вы упомянули ледяной дождь. Вот он. Ну, что, будем надеяться, что он как раз и спасет. Вот эти, видите, он как бы, он, наверное, защищает эти почки, мне так кажется, чем гулять. Скорее защищает.